Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и у нас будут сегодня такие вот бои. Решил взять крупных хищников, да? Давайте будем рассматривать их немножко из другого окошка, потому что здесь неудобно. Ух ты, а что это оно так само закрутилось? Так, есть вот такие вот у нас тут башенки. Что у нас здесь? Это у нас будет такая разминочка, да? Давайте вот начнем вот с этих ребят. Кстати, давайте покажу вам характеристики. Это у нас Маюндазух, гибрид Маюнгазавра. Инундазуха, по-моему, да? Такие вот у него удары. 108 скорость. Здесь у нас Гаргазавр, любимчик публики. Потом идет Зухамимчик. Кровотечение. Есть Маюнгазавр, скажем так, да? Потом у нас идет Зухататор. Тоже кровотечение. Прикольные, кстати, комбинации у него. Потом идет Пурустаур. Да, один из последних гибридов, который мы создали. Крокодилоподобная тварь. Потом есть тоже любимчик публики Аллозавр. И любимчик публики Тарбозавр. Тарбозавр, Гаргозавр и прочая лабуда. Так, ну пойдем. Вот здесь такие самые простецкие. Так. Исчезни, исчезни. О, наконец-то выбрал. Выбрал своих ребят. Давайте пойдем. Посражаемся. И потом нас ждут еще три боя. Там более существа более тяжелые. Но там их, по-моему, 1, 2, 3 будет. Вот такое кольцо. Ух ты, ничего себе. Ну тогда начнем с самого слабого. На него нету бонуса за подмену. Ну давай вот так. У него второй удар-то будет с параличом. Или нет? Это у нас необычный, это редкий. Что у него там? Да, тоже... А, это у него два паралича. Ну, посмотрим. Так, попал. Это было большое оглушающее действие. Надо сильнее бить, а то у меня сейчас исчезнет усиление мое. Если он еще раз меня... Блин. Это типа надо подменяться, да, иначе хана. Иммунитет у кого? У кого-то есть? Контратака и замена с усилением. Отлично. Контратака. И, собственно говоря, удар. Так. А почему-то он мне два раза простым ударом ударил. Так, ну редкий, да, 30 крепкий, конечно, парень. Чего по Розоролофа? Удар с подменой есть. Так, куда там уже нам с ним? Ух ты, кританул, неплохо. Но это нас не спасет. Надо линять. Линять. Давайте. О, кровотечение мы ему дали. Это круто. Блин, какой он здоровый по сравнению с прошлыми, слышите? Зухич, ты что такой гигантский? Так, Рекс, мод 2 появился. Он меня за один удар не съест сейчас. Сейчас надо будет опять подменяться. А, сожрал! Сожрал! Так, Маюнгазавр у нас остался. А, Рекс же кусает сквозь броню. Хотя бы нет, самый сильный удар двойной как раз броню не пробивает. Вот он. Вот он! Да, да, да. Ну, была контратака. Ну, вот так вот, да, обычные простецкие... Не очень, конечно, сильные ребята. А, черт, еще это еще не конец. А, кританул-то неплохо. Двойной урон, да? Так, что у нас тут по наградам? И откроем еще инкубатор.
Ну, а теперь идем дальше. Вот такая вот у нас есть башня. Здесь три битвы. И вот такие вот ребят. Ну, этими я, походу, уже всеми посражался. Давайте будем идти вот этими. Самый страшный там был трицератопс, конечно. Так. Алыч больно бьет, да, по-моему, да. 920. 960. Здесь 560. И Зухич. А кто здесь самый быстрый? Зухич или... Да, Зухич здесь самый быстрый, как ни странно. Но здесь один птер, то есть я ему кровотечение дам, и он никуда не денется. Ну, как бы... Что у него там по ударам? Полтора урона. Хоть так я получу полтора урона, как бы. А, слабовато. А чё он так слабо ударил меня? Я его кританул, еще и кровотечение дал ему. Этот Зухататор мощнее, чем Птерыч на 13 уровне. Реально слабенький какой Птер. Хотя он эпический. Вообще разобрал его в клочья 11-й. Зухататор. Ну, Птеранодон мне сразу не понравился. Что-то какой-то он неиграбельный. А, здесь, кстати, проигрывать нельзя. Так, заменил я. Ой-ой-ой. Кстати, тут, да, на следующий бой мне нужно брать кого покрепче. Давайте посмотрим, кто мне здесь побыстрее. Я взял вот парня, блин, они все медленные. Все медленные, как не знаю что. Тут можно и проиграть. 14-й Птер. Ну, он слабый, в принципе. Но у него есть подмена. Вот подмена с Тирексом, это уже ему играет на руку. И этим, конечно, и славно. Птерыч, они неплохие командные игроки. Так, давай Пуруставра возьмем. Ну, опять же, просто вот так вот. Ну, давай. Два удара я сделаю. Птер слабый. Слабый, слабый, слабый. Это была контратака. И удар. И у нас есть щит. Мы выживем. Даже был крит, неплохо. И вот так. Да, я, наверное, контратак его добью. Блин, 11 осталось. Неплохо. Да, он хорошо выглядит. Круче, чем Птер. Птеранодон эпический. Редкий. Он же редкий, да, если мне память не изменяет. Блин, ну тут подменяться не на кого. Но что, если я снижу ему урон, что это даст? Ничего не даст. Прощай. Пуруставр. Это было полтора урона. Следующий будет двойной. Давайте Алыча возьмем. У него больше всего жизни. И укус чертовски сильный. А шанс крита какой? 20. Выжил, молодчинка. Пробил. Алыч неплохо смотрится, да? Интересно, но у него 3000 жизней, он проиграл бы, он бы два удара не выдержал, два мощных удара Трекса он бы не выдержал. И вот такой вот у нас, ребятки, последний поединок. Тут даже не знаю, кого его взять. Так, броня. Этот сквозь броню-то пробивает вообще без пытань. Так, чё бы его взять? Чё бы его взять? Ну так, чтобы как-то, наверное, Вернякова было.
Кого мы давно не брали? Ну, давайте так пойдем. Надеюсь, не сольемся. Тут он. Уровень таки довольно неплохой. Тарбич, ну давай. Но Птеранодон, блин, он ни о чем. Ну, 800, да, урона? Нет, 752. О-о-о! За один удар! Обыкновенный Тарбич! У него удар не самый сильный, у Валыча посильнее. Шанс крита 40 здесь. Вау. И он быстрее, чем Рекс. Блин, вот обычный Динос, обычный. Ну, критани давай. Он легко может его пробить. Он на один получается сильнее, блин. Но из двух ударов крита не выбил, конечно, не прикольно. Тарбич, блин. Тарбич, давай, Раджик. Точнее, Мега. Они похожи по цвету, постоянно их путаю. Ну, броня бесполезна. Пробил. Может, не придется ни на кого подменяться даже. Так, Раптор. Раптор, скотыняка шустрая. Но не сквозь броню. Если я выживу, а я должен выжить, если крита не будет... Вот, контратака, и атака его, наверное, добьет. Нет, выжил, но у нас есть щит, то есть не страшно. Но это потому, что у нас был сниженный урон. Вообще-то изи-катка получилась. Обычные хищники не уступают тиранозавру-то особо. Ну, вот такие у нас, ребятки, получились поединки. Ставьте лайк, не забывайте оставлять комментарии, если что-то хотели сказать. И до скорых встреч, всем пока.